как Эйнштейн говорил, повторять одно и то же действие, надеясь на другой результат, это безумие. Есть еще вопрос? Кто такой Эйнштейн? А ты как думаешь? Еврей. В точку. Магазин мебель. What is Mabel? Who is she? We're gonna fight. Эшлис, магазин мебели. Эшлис is a store. Никто не узнает, куда пропадал я. Мы пчелами летали до утра. Жужжали, жужжали мы над этажами. Меня... Вам необходимо хорошее правительство, а для хорошего правительства нужна хорошая пропаганда. Здорово, бандиты! Шмонька. Есть ли слово более смешное, чем шмонька? Я сегодня узнал о существовании этого слова. На все готовы. На все готовы. Ты пчела, я пчеловод. А мы любим мед. Друзья, в вас вообще нет ничего святого. В смысле нет? У меня в вас 21.07. И что? Я мученик. Round and round like a horse on a carousel. We go, will I catch up to love? I can never tell. They check second to ten. I got home. Для начала запомни, приз тряпочный, паладин железный, выбор очевиден, играем друидом. Ты что ли, Карл? А я за тебя не голосовал. What the fuck? Кидаешь ход и одной кнопкой, в перерывах даешь циклон и... Отряд внешней охраны 6 Новопроспект. Отключены ограничители периметра. Особое внимание. Белая шестерка, вишневая семерка, неоновые фары на стеклах, тонировка вишневая. The time has come for this cookie! Ам-ням-ням-ням-ням! Ням-ням! А кто будет вести, кстати, праздник? Ну, я не знаю, надо... Нет, я... Надо кого-то подешевле, я не знаю, это надо... Ну, так вы же сами начали... Новость из категории «странно», «очень странно», «вообще нихуя не понятно». Владелец приусадебного участка решил дать кротам прикурить, а те поднапердели у себя в норке. Записали новый хит, всех с него тошнит, но нас не ебет, ведь песня...
песня тренды рвет, победила. А ты за что? Показать. Чёрт, тихо, ублюдок! За озеро! За Орду! За Альянс! За Толлоран! Человек собаки друг, человек собаки друг. Это знаю все вокруг. Это знаю все вокруг. Get the dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.B. Если честно, я буду что-то говорить, а камера будет концентрироваться на моей пятой точке. Угу. Так вот, на небе ты будешь вечно жариться на солнце. Хочешь этого? Не очень. Есть еще три. Я еще имя Лалатина. Ладно. Ну нахуя ты мне это сказала? Чтобы ты потом бесил меня, каждый раз называю Лалатиной. Лалатина. Заткнись нахуй! Кажись, я только что стал геем. После такого любой станет. Можешь ебануть его чем-нибудь водным? Говно вопрос. Нахуя столько воды?